Среди основных вопросов повестки дня – изменения в Конституцию Приднестровья. Депутаты предлагают, чтобы главы городов и районов не назначались президентом, а избирались жителями. Перед обсуждением председатель общественного совета зачитывает предполагаемые нововведения. Главы администрации городов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании населением соответствующих административно территориальных единиц. Впервые в открытом заседании Совета приняли участие представители различных общественных организаций. ОСТК, Республиканского союза защитников Приднестровья, Союза женщин, Общественного движения «Признание», Содружества молодых. Всего около 20 организаций. У нас нет такого еще механизма отзыва. Понимаете как? Многие тут из Польча не знают. У нас было как-то, мы хотели одного депутата Верховного Совета отозвать. И мы не смогли собрать голоса для того, чтобы отозвать этого человека. А если глава госадминистрации назначен президентом, то президент по воле народа может его отозвать. Никто, наверное, не подумал, какие же затраты на эти выборы нужно затратить. Потянет республиканский бюджет? Нет, не потянет. Потянет городской бюджет? Нет, не потянет. Сегодня у меня еще одна тревога появилась. Как бы нам в борьбе между властями не потерять саму республику? В завершении все участники заседания согласились с тем, что в реалиях непризнанности республики такие изменения вводить рано, и призвали к консолидации общества. Татьяна Сиярова и Станислав Стоянов, Первый Приднестровский телеканал.